Стало известно, что происходит с Ириной Круг. Звезда шансона Ирина Круг смогла построить собственную успешную карьеру. Известно, что Михаил Круг стал вторым мужем певицы. После его смерти Ирина осталась одна с двумя детьми. С третьим мужем, бизнесменом Сергеем Белоусовым, она прожила в браке около 14 лет. Однако не смогла простить предательство. Уже год как знаменитость свободна, но поддерживает дружеские отношения с бывшим ради общего сына. Круг вполне может обеспечить себя сама и не рассчитывает на поддержку. Ведь она получает в районе 500 тысяч рублей за выступление. И вполне может содержать шикарную квартиру в Москве и загородный особняк в Подмосковье. Дом в Твери, где Ирина проживала с Михаилом Кругом, стал музеем. А вы слушаете шансон?